На контроле в управлении опеки и попечительства в Одинцовском районе состоит 75 семей, находящихся в социально опасном положении. В них воспитывается 151 ребенок. Зачастую в трудной жизненной ситуации оказываются родители, злоупотребляющие алкоголем и, как следствие, пренебрегающие элементарными нуждами своих детей. В таких случаях профилактическая работа направлена на восстановление родительского потенциала и сохранение ребенка в родной семье. Проводится разъяснительная работа с такими родителями. Оказывается, содействие в подготовке, в оформлении документов. Но основная цель – это включение таких семей в социум. И сегодняшняя наша интерактивная площадка «К школе готов» направлена на включение семей в благополучный социум, получение опыта хорошего отдыха совместно с детьми. Идею проведения праздника «К школе готов» выдвинул Совет замещающих родителей Одинцовского района. При поддержке общественной организации «Супермамочки» и Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав для детей пап и мам организовали веселые конкурсы на школьную тематику. Ребят ждали подарки и поздравления с началом нового учебного года. Мы очень хотим все взрослые поздравить вас с наступающим праздником, Днем знаний, пожелать вам всего самого-самого доброго, а самое главное – слушаться своих родителей обязательно, дружить со своими одноклассниками, не обижать друг друга. В заключении праздника для детей организовали сладкий стол и чаепитие. Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, мальчишки и девчонки с нетерпением ждут начала нового учебного года и готовятся к школьным будням. Я цифры хорошо пишу и буквы. У меня там много друзей, мы там играли после школы, всегда в футбол. А какой твой любимый предмет? Мой любимый предмет – это литература и окружающие. А как сейчас готовишься к школе? Ну, вот так читаю книжки, пишу, с мамой занимаемся. Счастливые лица родителей и улыбки детей. Эта встреча еще раз доказала важность всесторонней поддержки и помощи общества для сохранения полноценной семьи и предупреждения социального сиротства. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».